А в соседнем Омске поймали семейную пару мигрантов, которые устроились курьерами в интернет-магазин и развозили по городам метадон. Кстати, как выяснили оперативники, груз драгдиллеры забирали у нас, в Новосибирске, на своего рода оптовой базе. Русским языком владеете? Средний. Средний. Понимаете, о чем я говорю? Да. Изъясняться можете? Что с ними должны были сделать? Ну, разбросать там. Разбросать? Где, в городе Омске? Да. Курьеров задержали с поличным как раз во время сооружения закладок. У главы семейства забрали под сотню свертков с подозрительным содержимым. У его дамы сердца телефон с координатами схронов. Там же была и подробная переписка с кураторами, откуда забрать товар и куда его доставить. Так, это получается вот эти. Вы ему скидываете? Да. Фотографии. В отличие от своего спутника, женщина вообще с трудом понимала, чего от нее хотят. Мол, ну раскладывала по кустам какие-то пакетики. Подтвердила, что товар забрали из Новосибирска и успели сделать только 5 тайников. Возбуждено уголовное дело, иностранцев взяли под стражу на время следствия.